Проблем немало, но как раньше отмахиваться от них уже не получится. В Кирове стартовал дорожный ремонт по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонт начали раньше, чем в прошлом году, чтобы все сделать вовремя. Кроме того, ремонт планируют регулярно контролировать общественники, администрация и сами подрядчики. Последние сегодня начали приводить в порядок участок на улице Московской. Все подробности в сюжете. Работы на Московской начались еще ночью. На участке от Карла Маркса до Вечного Огня провели фрезерование, чтобы затем положить два слоя асфальта. К моменту приезда комиссии велись подготовительные работы. Этот участок по федеральной программе в 2018-м ремонтируют первым. Вопрос, конечно, они очень чувствительные. Люди уже понимают, что, как раньше, уже не получится отмахиваться и так далее. У меня особое внимание, просьба обратить на работу с колодцами, потому что в прошлом году БКД прекрасной дороги было смазано тем, что у нас почему-то были недоработаны колодцы. И это было ужасное впечатление. В тех заданиях подрядчиков установка новых бордюров и поднятие колодцев есть, но не на всех участках. Это вместе с качеством и сроками ремонта будет контролировать специально созданная комиссия, как это было и в прошлом году. Также следить за работами по-прежнему будут и общественники. Данный участок на улице Московской ведет от Карла Маркса до Вечного Огня. Рабочие обещают успеть привести его в порядок 9 мая, ведь в праздники здесь пойдут колонны людей. График ремонта уже составлен. На каждый участок строго отведенное время. Помешать, говорят, может разве что погода и припаркованные машины. Водителей настоятельно просят не оставлять машины на месте ремонта дорог. В этом году будет работать эвакуатор. Кроме того, в администрации решают вопрос о перекрестной работе дорожников и ресурсоснабжающих организаций. Нам в любом случае нужно будет провести на следующей неделе очень оперативное совещание с нашими ресурсоснабжающими организациями, как ККС и ПАО-Т+, КТК, чтобы не было потом раскопок на свежеположенных дорогах. Поэтому вот люди на это сразу обращают внимание, ну, чтобы никого не смешить и не гневить. Поэтому нужно обязательно график составить с учетом проведения таких работ. В остальном все как и было запланировано. По программе «Безопасные и качественные дороги» в Кирове отремонтируют 82 участка улиц. На это потратят порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Приводить дороги в порядок будут два местных подрядчика. Последний день ремонта дорог – 31 августа. Со сроками обещают не затягивать, как это было в прошлом году. Тогда все сделать до конца лета не получилось. Доделывали уже в дождь и снег. Отсюда и многочисленные жалобы сейчас на качество дорог, которые ремонтировали в 2017. Гарантийные участки, кстати, уже начали обследовать. В этом году их обещают реанимировать полностью. Артем Миронов, Александр Рожков, информационный канал «Город».